Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами играть, думать Орнал. В прошлой серии мы дошли до вот этой штуки и смотрели на двух пиздящихся чуваков. Но в итоге оказалось, что если подойти вплотную и просунуть через него ствол, то по ним можно стрелять. То есть вот так вот не пробивает, а если просунуть ствол через него, то пробивает. Да, дело было в этих ребятах, короче. Из-за них я не мог пройти дальше. Но теперь ребята у нас умерли, и теперь мы, соответственно, можем с чистой совестью дальше пилюкать. Сейчас мы дальше попилюкаем чистой совестью, но для этого мне надо сначала забрать боеприпасы. Потом у меня с боеприпасами что-то какой-то ахтунг получился. Так, давайте как-то вот так вот мы, наверное, поступим с этим совсем. Ой, бля, еще и этот. Иди сюда. Так, разорвало волочку. Волочку разорвало, я думаю, что мне можно еще дополнительно боеприпасиков-то найти. Или нельзя, сейчас посмотрим. Оп! Так, это вы, ребята, здесь вообще нехорошо придумали. О, еще один куб. Очень своевременно, я бы сказал. Так, от этого остались только рожки да ножки. Ну-ка, давайте-ка жахнем. Охрененная штука, ладно. Наверное, будут пользоваться, а может не будут, посмотрим. Так, дайте мне патрон на дробовик. Или дайте мне что-то еще. Я даже не знаю, чем будем сражаться-то с вами. Ничего тут нету. Из каких-нибудь сверх... блять, секретных комнат. По-моему, я только что чуть не провалил. Или мне надо туда провалиться. Так, вообще все идет к тому, что мне, походу, туда провалиться надо. Но я сначала сюда сбегаю. А бегать сюда, в принципе, особо получается-то и незачем. Ну да, мне, походу, вниз, и там будет штука. Да, вот она. Ну, давайте ее возьмем. Я, правда, не уверен, что она мне, в принципе, нужна. Давайте возьмем, не знаю, там, значительное увеличение управляемости во время полета, например. Так, и теперь мощные, что трындец. Теперь мне нужны боеприпасы. Как-то выглядит подозрительно эта комната. Вы думаете, что палач Рока спасет вас? Ваше спасение в нас, а не в нем. Да ладно, что, я прям вызову лифт? А, ну понятно. Да я тоже хотел подумать. Так, отлично, боеприпасики. Начнем с боеприпасиков. Не попал. О, так. Это прям вообще жестко, слушайте. Здесь сейчас будет жестко. Так, вот эта аренка прям как надо, аренка. Так, теперь надо отсюда отвалить куда-нибудь. И, блин, стало сухо. Так, так, этого надо убить. А что вот с этим сделать, непонятно пока. Так, мне нужно больше брони. Так, кто мне ее даст? О, вот и броня. Эй, куда ты побежал-то? Они прям меня игнорируют. Ну, это, в принципе, конечно, хорошо, с одной стороны. Так, здесь прям надо убегать. Дайте вам гранату, а то сейчас какие-то веселые слишком. Так. Блядство, еще и ты тут. Так, это опасный персонаж. О, портальчик. Давайте-ка мы у него зайдем. Так, а где эта тварь? О, это же зверин. Ни хрена себе. Так, мы нашли, походу, классную вещь. Я просто растоптал его. Ядрёдать, мотать я мощный. Так. Так, этого тоже надо бы растоптать. Бум. Так, все, зверин закончился. Очень плохо. Мне очень нравилось с ним. Так, надо вот это вот говно... расчленить.
Так, кто-то не хочет расчленяться что-то. Так, давайте. ХП-хи мне. Еще бахи. Больше ХП-хи, богу ХП-хи. Так, ой, бля, надо сваливать отсюда. Прям все выглядит так, как будто мне там не рады. Так, мне там вообще не рады. Мне прям там не рады абсолютно. Так, а что же мне делать? Так, эта тварь, если до меня дойдет, мне трындец. Так, допустим, не знаю, возьмем брони. Так, надо взорвать эту мразоту. Блин, больше мразот, очень много мразот. Так, это не тот дробовик. Так, ладно, давайте пока позащитимся, что ли, я даже хрен узнает. Надолго этого щита хватит? Ненадолго. Так, мне нужно больше здоровья. Мне нужно больше всего. Так, мне надо свалить отсюда нахрен. Так, бум. Так, мне надо подорвать их, я даже не знаю. Так, вот, двойной подрыв пукана, это нормально. Так, отлично, здоровечко мне. Здоровечко. Будьте так добры. Так, и броняшечки мне. Тоже будьте так любезны. Так, еще больше здоровечка мне. Ой-о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 й. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну вас очень дохрена здесь. Бежать надо, бежать. Бежать. Так, у меня нет патронов вообще ни в чем. Так, ладно, здоровье, допустим, мы возьмем. Бля, еще этот зеленый говнюк. Это очень серьезное. Этот замес прям вообще трындец. Так. Сучий потрох. Так, ладно, это мы, допустим, подорвали. О, так, больше здоровья. Так, сваливать надо, сваливать. Ё, сука, пиздец, тут еще и этот бегает. Так, где мой этот самый... Сучий потрох. Так, сейчас меня подрубят. Так, мне нужно больше всего. Я даже не знаю, чего, блин. Ай, почему? Почему? Почему за это самое ледяное говно? Я даже его ни разу не активировал. Мне не нужно ледяное говно. Блин, дерьмово. Так, у меня самоактивировалось ледяное дерьмище. Да, самоактивация ледяного дерьмища, это прям вообще был печаль. Так, бою я не могу посмотреть, как вы дезактивируете обратно. Мне нужны обычные взрывные штуки. Я как-то их поменял, я только не понимаю, как. Потому что я даже не планировал этого делать. Фух. Так, ладно, они вроде как подзакончились. А как мне на П? Так, я в итоге случайно на Г нажал. Короче, на Г их замена. Так, я понял. В общем, с гранатами получилось лажа. Тебя мне только еще не хватало. Сдохни. Так, и боеприпасов еще нет. Так, на что есть? На это есть. Да сдохни ты, тварь. Не успел развернуться. Да ладно, так, давай так тогда. Это была очень плотная арена. В принципе, она особо никуда еще... Нет, все-таки делась. Эта арена была вообще трындец. Так, мне теперь нужно всякого. Да, мне теперь нужно брони, мне теперь нужно... Так, мне теперь нужно боеприпасов. На мой любимый дробовичок. Блин, она еще... Не сказать, что она еще закончилась, эта арена. Так, друг.
Так, другу мы показали мир в другом цвете совершенно. Так, теперь мне надо расправиться вот с этими ребятами. Так, желательно бы еще... Не лишним было бы... Наверное, кинуть им гранату. Так, мне нужно больше брони. У меня проблема с броней. Так, ты еще здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, так. Патронов нет. Сука, у меня нет патронов для того, чтобы загадить вот этого чувака. А он очень живуч, я хочу сказать. Если ему не напихать полный рот сразу. Ну и что, наконец-то все? А то я сейчас с ума сойду от такой лихой заварухи. То мы там по стенам прыгали, аки принц Персия, а тут нас прям кинули сразу. И оставили, причем без боеприпасов, безо всех. Так, а здесь я наверх могу забраться? Не могу. Так, здесь по-любому какой-то секрет есть, не? Есть ключ под нами, но с этими штуками будем потом разбираться. Я покуда хочу для начала пройти сюжетку. Вроде как сюжетку я могу проходить и так. Так, ну и куда мне? Туда? А как мне туда попасть? Так, видимо, через тот портал. Ну, потому что больше вроде как я не вижу, через что можно попасть. Так, на что мне есть боеприпасы, кроме этого? На ракетницу. Ну, ладно, ракетница, наверное, более выгодная штука. Ну, да, я думаю, что мне в портал и без вариантов в портал. Вон там штука, по которой надо тюрелькой стрелять. Ну ладно, пойдем в портал тогда. Так, я долетел, зашибись. Так, тюрелька. Как мне ее активировать? Так, это тюрелечный лифт, да? Да, это тюрелечный лифт, хорошо. Ух, бортики, главное, поднялись. Заботиться о моей безопасности, спасибо вам. Так, что, дадут прям пострелять? Не дадут. Еблысь. Первая цель устранена. А может, это... Положение второй турели позволяет вам уничтожить оставшиеся щупальца. А что нельзя по этому щупальцу? Ну, допустим, два раза выстрелить с этой... Может быть, не слабое звено, а просто сильное. Вот туда буквально. Мне кажется, мы попадем. Нет, да. Ну ладно. Что-то я куда-то низковато спускаюсь. Так. У меня же патрончик... Блин, все закрылось. Так, я хочу патрончиков. Я очень хочу патрончиков и броняшечки и все остальное. Так, спасибо вам за все. Так, прекрасно. Так, тебя мы тоже тогда распилим на патроны. О, нормально. Так, где мой дробаш? Так, не тот дробаш, не тот дробаш. Вот этот, нет, блин, не тот дробаш. Где дробаш-то? Иди сюда. Так, я дам тебе тумаков. Так, ладно, этих одиночных ублюдков можно отстреливать и так. Все равно патроны особо ни для чего не нужны. Пум. Мне надо там по головам стрелять для того, чтобы пройти штуку на открытие следующей фигни. Так, и еще мы нашли очередную батарею стражей, которых у меня куча, но я их пока не использую. Вроде как незачем. Наши межпространственные друзья не будут ступать по оскверненной территории. Земля должна быть очищена. Так, это что, не лифт? А, лифт. Так, 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 так. Пока я смотрел наверх, я, блин, провалился вниз.
Так, ну вроде как, а нет. Кто хочет. Так, давай тогда так. Раз у нас проблема будет сейчас с боеприпасами и со всеми этими ребятами, давайте выберемся наверх. Так, ой, блин, ты тебя еще только не хватало. Дайте я тебе хвостик-то прищемлю. Так, хвостик прищемил. Друг, не надо. Так, мне нужно еще себе тогда с какого-нибудь хиленького. Так, о, это я возьму, конечно, но мне нужно какого-нибудь хиленького патрончика получить. Ну, например, с тебя. О, так, дайте вам гранату. Что, нехорошо, да, тебе? Да нет, в принципе, тебе нормально, я смотрю. На тебе в хвостяру. Нет, в хвостяру не попал. Зато он меня попал охренительно как. Блин, в узких коридорах с такой мразью, конечно, сложновато что-то делать. А, все нормально. Блин, можно было, правда, его добить на ХП, ну ладно. Сейчас у меня перезрится огнемет, ребята, и мы с вами пообщаемся. О, теперь можем. Найти вам еще такую штуку. Лови маслину. Так, лавину, маслину поймали. Броня у нас есть, хотя я не помню. Еще дадут. Мне прям дают броню. Блядь, да опять. Они опять меня наебали на эту штуку. Так, мы можем получить еще одну. Да, давайте любую, хоть эту. Такое ощущение, что игра скоро закончится. Я прям практически все эти штуки-то уже нашел. Так. Нам надо устроить мощный запил. О, я даже знаю, на ком мы устроим этот мощный запил. Так, и еще один. Так, и найдем еще гранатку. И найдем еще гранатку. Так, норм. Так, что-то там какое-то волшебное безумие. Так, сейчас походу на этой арене меня опять будут канифолить конкретно. Бля, бежать. Сваливаем. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Так, где... О, где вот этот вот черт? Так, ладно, нормально. О, еще один черт. Как твои дела? Да рук, да я тебе еще пальну. Так, нормально. Что-то меня, по-моему, здесь замуровали. Да что я не попадаю-то, господи. О, нормально попал. Так, больше брони, богу брони. Так, что-то мне не нравится то, что тут происходит. Так, надо уйти отсюда. А то здесь что-то очень много. Так, а что это за фигня? Это суперскорость, да? Так, походу это суперскорость какая-то. Да, я прям быстро. Да и, в принципе, и силен дополнительно. Бум! Не колдуй! Да, господи, сколько вас задолбали уже. Так, дайте мне мою броню. Дайте мне мою канистру. Так, только тебя мне еще не хватало. Ловите! Так, ну, кое-что они нашли, конечно, кое-что поймали. Так, мне нужны патроны. Ничего личного, только патроны. Так, это говно давно только продолжает бежать. Так, чем бы его опиздюлить? Так, давайте-ка мы другой, наверное, модуль возьмем. Так, пошли эти мрази. Блин, не в того попал.
Ну ладно, не в того попал, тогда дай мне больше патронов в таком случае. Так, еще больше. Еще больше брони. Так, эту надо запилить, потому что эта тварь вообще очень волшебная. А, и вот это тоже волшебное. Так, надо бежать отсюда. Так, дайте мне броняху. И что мне еще дайте? Дайте мне возможность что-то с этими ребятами сделать. Так, и еще броняха, нормально. Так, когда ж ты, мразота, сдохнешь? Хвостатая. Сдох? Вроде сдох. Главное вежливо обратиться. Пока вежливо не обратишься к мразоте, мразота дохнуть не хочет. Где-то есть-то. Угу, так, с этим товарищем пообщались. Оп, и еще есть товарищи, с которыми надо пообщаться. На предмет возможных доработок. Так, бум. О, теперь этот побежал. Бля, еще один сюда побежал. Или это он же? Не, это не он же. Так, сваливаем отсюда. Где еще одна тварь? Это, наверное, это не та тварь. Так, ладно, давайте тогда так. Не подходи ко мне, я буйный. Бум. Где еще один? А вот еще один. Все? Или еще кто будет? Эх, мясные развеселые замесы, прям мне нравится. Здесь, по крайней мере, довольно много места. У меня там, где много места, у меня еще нормально. Ай, бля, еще эта зеленая мразь. Там, где много места, там нормально. У меня начинаются проблемы там, где места мало. Так, мне нужен один суперудар для того, чтобы ему что-то сбить, но с суперударами у меня проблема. Поэтому мы просто с ним разберемся. Без этого. Я к нему подходить вообще не хочу. Куда там залез? Пускайся. Так, ну вроде неплохо. Так, вроде неплохо получилось. У нас только брони не осталось. Броню мне все похерили. Броню. Так, пойдем пособираем, что-то у нас еще есть. Немножечко патронов у нас осталось. Так, тут что у нас тут лежит? Тут у нас ничего не лежит. Отсюда мы типа пришли, да? Так, а куда мне дальше? Нет, карту мне, пожалуйста, покажите. Ай, бля, не на ту кнопку нажал опять. Так, ну, вроде как я все собрал. Так, куда там, где там точка-то? Точечка где-то вот тут. Так, а где точечка? Подожди, стоять, я где? Ну-ка, карту мне. Еще раз мне карту. Точечка? А, вот она. Все, я понял. Я думал, я все понял. Это ж ребята, которые смертельно хотят дать мне броню. Я вас узнал. Ну и отлично, еще это дерьмо здесь. А вот это дерьмо здесь, это очень плохо. Сука, так, стоп, остановитесь, что вы тут устроили? Так, ладно, этих можно поджечь и взять с них броняхи. То, что у меня мало боеприпасов, это реально ксичина. Так, и то, что здесь еще раз опять появился этот чувак, это тоже очень нехорошо. Так, ладно, допустим, мы его подраспилили. Блин, в жиже с ними сражаться вообще неприятно. Так, мне надо больше брони. Мне надо больше брони. Мы сначала сходим куда-то сюда. Что это такое? Бум. И зачем это? За этим, что ли?
Ну, не знаю, ладно, за этим, не за этим, но, по крайней мере, брони с них соберем. Так, мне нужен еще один. Есть еще один? Есть еще один, нормально. Потому что у меня проблемы с боеприпасами. Так, ну возьмем тогда себе боеприпасы. Так, а эта штука мне реально зачем? То есть она куда-то позволяет добраться. Вопрос только куда? Она позволяет добраться вот сюда. Зачем? Не, не позволяет. А, вот сюда она позволяет добраться. Так, на палку. И чё? Так, вот я на палку, допустим, забрался. Ага, так, я получил себе еще одну батарею стража. Тогда я понял, все хорошо, ладно. Ну, вроде как я на правильном пути. Куда ты побежал? Стой, броню мне верни. Ну, я смотрю, у вас там весело, дайте вам гранату. Бум. Так, Лифтецкий. Ну что ж, надеюсь, мы пришли ко второй башне. Если тут там был Лифтецкий, мы спускались, теперь Лифтецкий мы поднимаемся. Наверное, это как раз вторая башня, нет? Что-то там какие-то звуки нехорошие. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, вы там сражались так замечательно. Что потом случилось? Что-то не умер. Друг. Блин, у меня опять закончились боеприпасы. Так, подождите. Мне нужно много брони. Чтоб туда идти, мне нужно реально много брони. И, наверное, вот такая ракетница. Бум. Так, ты злобоглаз сраный. У меня нет патронов для того, чтобы тебя по-нормальному убивать. Поэтому будем убивать не по-нормальному. Так, еще зомбика мне одного. Так, зомбиков здесь нет. Что насчет этого места? Использовать. Доступ ограничен. Так, ладно, это, видимо, у нас откроется позже. Не знаю только, что там будет. Ну, пойдем дальше, что. Так, достигнута контрольная точка. Мне, пожалуйста, маленького зомбика. Будьте так добры. А, ну ладно, в принципе. Мы достигли до пушки, все-таки мы дошли. Так, ну хорошо, раз дошли до пушки, сейчас будем стрелять. В смысле заблокирован? Секунду. Управление перехвачено. Кем? Теперь путь свободен. Вы можете попасть в цитадель. На, тобой перехвачен. Понятно. Я думал, у меня кто-то перехватил управление и сейчас будет делать грязь. Так, теперь я могу попасть в цитадель. А как бы мне это сделать попроще, чтобы все не отбегать вообще? Хотя, может быть, мы спустимся сразу на нормальную эту. О! Очень удачно. Спасибо. Так, патрончики на дробовичок. Так, и куча всяких других вещей. Но мне туда же, да? Мне по-любому туда, потому что больше некуда. Ну ладно, значит, у нас по идее, наверное, будет еще очень такой длительный-предлительный замес, да. И мы, наверное, оставим его, блин, или на эту. А, ладно, давайте не будем разбивать, ладно. Возможно, мы... Блядь, что это такое? Сучий потрох! Как я вас ненавижу, мразей! Так. А, еще один! Охренели, что ли, совсем? Двое в настолько заблокированном пространстве узком, но это вообще... Ой, бля, еще третий! Так, бежать отсюда надо.
Так, ладно, этого разорвало, конечно, но, блин, я практически сдох. Блин, нельзя так делать, разработчики. Это было очень гнусно с вашей стороны. Прям трындец как гнусно. Так, там чувак тверком занимается. Давайте мы ему отстрелим руку за это. Хотя можно вот так вот сделать еще. Бум. Так, ладно, неплохо получилось. Пуньк. Наделаем себе немножечко этих самых квестовых вещей. Так, вот эта штука восстановит нам вообще все. И это очень выгодно, потому что восстановить все нам как раз то, что нам надо. Так, надо что-то с этим и делать. Так, надо немножечко понастрелять сюда. Блин, опять нас зажало. То, что нас зажало, это очень плохо. Тут сейчас прям будет замес. Я поэтому решил не разбивать серию, потому что, возможно, это последний замес. Так, надо что-то делать с этими врагами. Вот с этими в основном. Так, отлично, ладно. С этими мразями хотя бы вот так пообщаемся. Так, больше брони мне, пожалуйста. Так, и у меня практически не осталось ничего вообще. Так, мне нужно теперь боеприпасы. Потому что воевать мне больше нечем. Так, мне нужно боеприпасов, а для этого мне нужна такая канистра. И вот такая горгулья, где она? Так, все. А, вон тут еще кое-что есть. Да как, кое-что, тут много чего есть. Бум. Так, ладно, это мы подорвали. Так. Вот с этой тварью, конечно, что-то еще надо делать. Так, сейчас она нас плеткой хлыстнет. Найдем гранату еще одну. Так, давайте вот так тогда. Раз у нас такая интересная замесина получилась, давайте тогда вот так сделаем. Бум. Так. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не надо. Не надо мне мешать. Так, ультразвуковой чувак, это, конечно, пипец. Он довольно забавный, я хочу сказать. О! Претарианский кусочек. Так, можем себе потом еще что-нибудь взять интересное. Так, ну и чего? Это последняя часть. Вот так выглядит, как будто последняя. Вроде как больше здесь ничего нет. Если там будет что-то еще дальше, тогда, наверное, мы все-таки серию закончим. Сейчас посмотрим. Так, что у вас тут осталось, ребят? Ничего не осталось? Не осталась аптечка, и боеприпасов, походу, нет. Так, а куда мне тогда? Так, вот оттуда я, по-моему, пришел из этой синей дверки. Так, куда мне надо-то? Так, мне надо на этаж ниже? Мне надо вот туда. Так, мне надо вот сюда мне надо. Так, ладно, хорошо. Мал боеприпас. Да мало-то не то слово. Внимание всему персоналу комитета. Альтернативно живые проникли в здание. Рекомендуется эвакуация. Так, а это же самое начало. Да, это самое начало. Так, давайте тогда мы заберем все, что здесь у нас осталось. Я тут много чего не забрал еще. На тебе бомбу. Так, что-то мне насовали прям очень хорошо. Мне не нравится такой подход. Так, дайте-ка мы себе подпилим маленько. Дайте мы себе еще маленько подпилим. Так, где мой дробовик волшебный? Так, кто еще? Никого? Больше никого, походу. Так, ну ладно, теперь можем зато пропасть со цитадель. О, так, вот эту штуку я, наверное, хочу. Это же квад? Так. По факту. Или не квад?
Ну, наверное, это квад. Можно считать аналогом. Так, у меня осталось 4 патрона, поэтому на этого надо запилить. Так, ну и что с Таделью? Ну, по всей видимости, игра так просто не закончится. Нет горючего. Ну ладно, придется тебя просто так убить. Ну и что, это будет завес? Или я просто пройду и все? Чувствую, просто так, наверное, я не пройду. Хотя хрен узнает, что это такое. Доктор Елена Ричардсон, запись 007. 3 марта 2163 года. Мы уповаем на него. С каждой его победой воинство демонов слабеет. Жрецы просто командуют армиями. Он же само воплощение битвы. Да. Его ярость смертоносна. Он истребляет демонов на земле и за ее пределами. Есть такое. Теперь я уверовала. Я верю в силу Рока. Слава Думгаю! Палач пьет, что разит врагов в самое сердце. И пусть те, кто желает нам зла, навсегда запомнят. В этой вселенной есть лишь одна доминирующая форма жизни. И в руке у нее стальной меч мщения. Где мой меч? Вославьте же приход разрушителя. Время палача настало. Так, ну и что у нас тут? Слушайте, ну по всей видимости... Да, ну не знаю, имеет смысл? Давайте сделаем экспериментально длинную серию. Хрен с вами, давайте. Потому что ощущение такое, что вот все должно вот-вот закончиться, но что-то не заканчивается никак. Сейчас будет какое-то говно. Просто так мне бы столько всего интересного не дали. Не, мне не сюда. Так, а куда мне? Не, ну мне по-любому сюда. Может какую-то... А, кнопочку надо нажать, точно. Лаборатория доктора Хайдена располагается на верхнем уровне этого здания. Внимание! Были активированы аварийные протоколы. Немедленно покиньте комплекс. Не хочу. Господи! Да, доктор Хайден был убежден. Ну, что вы за этим придете когда-нибудь? Какой классный ключик. От чего он? А остальные вообще на меня до пизды, да? А можно я вам скажу, что это большая честь увидеть вас лично? Я... Внимание! Были активированы аварийные протоколы. Немедленно покиньте комплекс. А вот и доктор Хайден. Мы не знаем, как получить доступ к коре его мозга. Там такое все черт ногу сломит. Нам надо теперь как-то аккуратно его вывести. Был дан четкий приказ. Признаки жизни едва уловимы. Внимание! Демоническая угроза 5 уровня в центральной лаборатории. Ой, бля! Что это за херня? Это какая-то очень опасная херня, судя по всему. Я открываю портал. Ух ты! Жалкий узурпатор! Ты ложный идол! Наконец-то я вижу истину! Хуй истину! Тебе раскрою глаза, палач! Мародер! Мародер универсален в обороне. Подойдет слишком близко, он пальнет из дробовика. Замешки издали, закидает метательными снарядами. Держись его на средней дистанции, катракуйте, пока его глаза горят зеленым.
Не успеете, он отразит ваш удар. Пиздец! Супероружие бесполезно против мародера. Ну нет! А это что за говно? А как понять, что его глаза горят зеленым? А, вот так, все, я понял. Как понять-то я понял? Что мне теперь с этим делать? С этой информацией интересной. Ой-о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 й. Так, ладно. Закидает метательными снарядами, значит, да? Так, вот глаза горят зеленым. Да. Что-то с мародером мы переборщили. Не для меня. Не для меня такие замесы. Так, ладно. Давайте мне тогда патронов. Сейчас мы не будем пока впадать в отчаяние. Универсальный оборонник, значит, да? Я тоже так могу. Бля, да это пиздец какой-то. Сука, пиздец, меня убили. Ни хрена они сколько горят, они горят 0,1 секунды. Так, ладно, держите его на средней дистанции, допустим. Да, мародер это не тот персонаж, с которым можно воевать, как я привык. Бум. Бум. Так, ладно, окей. Сука, закидает же. Так, мне нужна какая-то... Не знаю даже что. Так, на средней дистанции. Так, на средней, говоришь, дистанции, да, держать? Пиздец! Так, ну, или я сейчас получу... жизни и вражизней, так, либо мне пиздец. Так. Сука, пиздец вообще. Я херею. Что это за... Так, не, от этого надо прям ускользать как-то. О, сука, 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 убей его, убей, убей, убей его, рок ему прокали. Так, мы на него потратили все наши... Все мы на него потратили. Вот это дерьмо. Так, мы потратили два наших упчика для того, чтобы убить мародера. Ну, что я хочу сказать, если их таких будет еще больше, то мне пиздец. Потому что под мой стиль игры такие контратаки на определенном этапе, это печально. Мне прям, чтоб ворвать урода тучу. Вот это мое. Так, ну что, сейчас посмотрим про доктора Хайдена, и тогда серию можно будет заканчивать. Силы вторжения уничтожены на 68%. Без жрецов демоны не поглотят планету, как хотела Ган-Созидательница. Но остался еще один жрец, и я потерял его сигнал. Не могу его засечь. Доктор Хайден сможет найти его. Доктор Хайден загружает сознание в корабельный мейнфрейм. Архитектура схожа с его собственной, и это даст... Последний жрец скрывается в твердыне стражей. Кан-Созидательница очень постаралась усложнить нам задачу. Единственный работающий телепорт в твердыне в ядре Марса, в затерянном городе Гибет. Я отметил его координаты, но дорога будет долгой. Добраться до ядра Марса не так-то просто. Доктор Хайден, известные пути туда отсутствуют.
БФГ. 10 тысяч. Проект доктора Сэмюэла Хайдена в рамках оборонительной программы против демонов. Вас понял. Произвожу расчет координат БФГ 10 тысяч. Вы же не думаете прострелить поверхность Марса насквозь? Портал готов. Мы чего ж не думаем? Думаем! Мы еще не такое думаем. Так, ладно, надо тогда прокачать будет костюмчик себе. У нас есть 5 единичек, можем прокачать все что угодно. Вопрос только что. Крил гранатами я не пользуюсь, они мне не нравятся. Исследования нужны будут позже, пока не нужно. Так, жизнеобеспечение, нейтрализация урона взрывающихся бочек, появляются вновь. Ну, не знаю, нужна мне нейтрализация урона от взрывающихся бочек. Ускоренной смены не пользуюсь. Ускорение на этих не пользуюсь. Ускоренная перезарядка бустера не пользуюсь. Зарядка бустера после зверского убийства. Ну, такое. Бочки особо как бы меня не этот сам. Особо они меня никак не парят. Радиус раскрытия карты, все предметы получаем за прохождение, открывается, крыл граната. Вообще не так-то много из того, что здесь есть, мне в принципе и надо. Давайте возьмем нейтраль, там, на всякий случай какую-то нейтрализацию бочек на будущее. Так, на месте бочек остаются боеприпасы. Лишний боеприпас никогда не будет лишними, это всегда выгодно. Так, руны я менять, наверное, не буду. При смертельном ударе оно замедляется, это мы не будем брать. Враги, убитые ударной волной кровавого удара, оставляют здоровье. Это хорошо, потому что я периодически пользуюсь. Так, бронекостюм понятно. С арсеналом у нас есть 9 очков. Можем что-нибудь качнуть, вопрос только что. В основном я пользуюсь дробовичком и, соответственно, дробовичком с крючком. Но дробовичок с крючком у нас и так улучшен. Его больше улучшать уже некуда. К сожалению. Да. Для этого нам надо еще наубивать кучу при помощи крюка, а до этого мы можем даже успеть пройти игру, не исключено. Аркбаллист, скорость перемещения в режиме аркбаллисты, так, на 60% обширнее, ну давайте сделаем, не знаю. Который проникает в тело демона, затем взрывается. Ну давайте вот так вот, проникнем в тело демона, а потом взорвемся. Так, ну что ж, нам надо теперь сходить за БФГ 10 тысяч, прострелить поверхность Марса, и все у нас будет прекрасно. Но для этого мы, наверное, запишем отдельную серию. На сегодня я с вами прощаюсь. Серия получилась длинненькая, босс получился сложненьким. В следующей серии продолжим.